На канале Украина состоится премьера мелодрамы «Наследники». В центре сюжета семейство главы Куриной империи Николая Орлова. Грандиозное празднование юбилея Орлова, на которое друг в его юности Владимир Сухов приехал с дочерью Соней, заканчивается сюрпризом – попыткой убийства именинника. Под подозрение попадают все члены огромной семьи Орловых, искусно прячущие за фасадом благополучия взаимную неприязнь и желание получить деньги Николая. Чудом выжив, Орлов обнаруживает, что уже не контролирует ни бизнес, ни близких, и задается целью раскрыть этот заговор. Однако у Сухова, которого он выбирает правой рукой в этом расследовании, есть и свои тайные мотивы войти в доверие к Николаю. В то же время Соне предстоит узнать, что на самом деле скрывается за картиной богатой и красивой жизни Орловых. Главные роли в сериале исполнят Наталья Доля, Эдуард Флеров, Влад Никитюк и Анастасия Иванова. Премьера 16-серийного сериала состоится 2 декабря на канале Украина. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.